Всем привет! С вами канал Fish MKP TV. У нас очередная посылочка с рыболовного онлайн-магазина. Этот магазин довольно известный. Мы очень часто им пользуемся, его услугами, то есть услугами этих ребят. Заказал я вот такие вот небольшие расходнички, которые мне нужны были в основном для головлиной ловли. Этот магазин мне нравится тем, что ребята очень, как бы сказать, такие человечные, всегда пойдут навстречу, потому что несколько раз бывали такие ситуации, что надо было, то есть срочно отправить очень быстро все, чтобы все быстренько пришло, там, или к соревнованиям, или еще каким-то событиям. И ребята всегда шли навстречу, то есть, ну, мне вот это нравится, то, что они не отнекиваются, то есть ждите там 3-5 дней положенных на отправку и все. То есть входят в положение, отправляют очень быстренько, все очень быстренько приходит, упаковано отлично, все приходит в целостности и сохранности. Насчет упаковки. Все отлично, то есть все целое, нигде вскрытий никаких нету, все целое. Откроем посылочку, сейчас мы сюда все встряхнем. Так, это у нас, это у нас получается такая бандана-трансформер, которая идет на шею. То есть мы в последнее время, мы сколько раз ходили за головлем, у меня шея очень сильно обгорела, то есть прям реально обгорела, я потом как-нибудь покажу там. То есть я прошел все 100% загара, у меня кожа обновилась опять до белой, все черное это слезло, поэтому решил взять. Они вообще недорогие, то есть очень дешевые. Там были еще другие, но их, то есть, в наличии не было, они были получше. Взял себе вот такую вот. Сейчас мы ее достанем. Вот такая вот она. Приятная на ощупь, довольно большая. Материал у нее хороший. Будет прикрывать всю шею. Вот такой вот материал. Довольно хорошая. Некоторые у меня знакомые брали. Все нормально, все устраивает. Вот такой вот веселенький рисуночек у него. Так, это все отлично, как я и хотел. Следующее у нас получается, это идет у нас флюокарбон. Я пользуюсь таким, цепляю его даже при ловле, то есть и когда мы микроджигуем, ездим куда-то, и если ловлю плетенкой на речке, 60 сантиметров отматывают, то есть 3-4 килограмма это с головой. Хороший флюр, мне очень нравится, никаких нареканий нету. Уже не первый раз беру в магазине Jig Fishing. Мне, то есть, ну, еще раз повторюсь, очень нравится. Он и недорогой, и вполне себе, то есть, оправдывает свою цену. Очень-очень хороший флюр, всем рекомендую, заказывайте. Цена на него хорошая в Jig Fishing. Фирма Sunline, называется Siglonon. То есть, ну, очень хороший именно поводковый флюр, очень-очень мне нравится. Так, следующее у нас идет, это идет монофил. От фирмы Sunline, тоже от Trautist Wild называется он. Он все 5 лб. Взял себе под ловлю головля на реке, то есть чтобы уже дорогую плетню никак не убивать, взял себе вот такую вот монофильную лесочку. Так вот она выглядит у нас вблизи, такого салатового ядовитого цвета. Очень хорошая тоже, брал ее по отзывам. 150 метров размотка у нее идет, 0,190 миллиметров диаметр. Монофилку я беру первый раз в магазине Jig Fishing. Посмотрим, как она себя зарекомендует на ближайшей рыбалке по головлю. Поэтому все у нас впереди, все тесты, проверочки.
Так, и последний у нас это, сейчас где-то должен быть второй, это долгожданные такие вот суспендосы. Мне они очень нужны были, в основном при ловле форели и головля, догружать какие-то воблеры, которые надо, чтобы шли немного глубже или всплывали помедленнее. Ну, первоочередно это мне надо будет их цеплять на татошки и буду их цеплять на ФОПа, тоже от Pantone 21. Это фирма Pantone 21, как вы успели заметить. Вот так вот получается они выглядят, они от фирмы Pantone 21. Хорошие, по рекомендациям друзей, вполне себя хорошо показывают, ничего такого сверхъестественного в работе нету, то есть в использовании. Ну, решил взять, наконец-таки они пришли, как-то в каких-то магазинах смотрел, то они там размеров нужных не было или вообще их не было, а тут на G-Fishing зашел и, то есть, нашел все, что мне надо, нужных размеров, количества. Вот такие вот. Первоочередно повторю, что это будет у нас цеплять, я буду на ФОП, потому что мне надо, чтобы он шел немного поглубже, облавливая те же какие-то там ямы, то есть для ловли более крупных особей. А так он идет по самому верху, не цепляется, то есть на него всякая мелочь, он, то есть, разгоняет крупника и все. Надежды, которые я на него возлагаю, он как в большей степени не выполняет, потому что цепляется на него мелочь в основном. Ну вот и все, посылочка у нас, то есть все открыл, все показал, поэтому такой вот небольшой вот обзор магазина. Открытие посылочки, как и обещал, мы будем практиковать эту рубрику такую нашу. У нас уже один выпуск есть, это второй. Все ссылки на магазин оставим под видео в описании. Ну и пару слов еще о магазине. То есть надежность, всегда приходит все целое. Отличное отношение ребят, которые там работают, к своим клиентам. Всегда идут навстречу. Хорошее пополнение, частое ассортимента и хороший выбор. У них действуют скидки при покупке на определенную сумму, вам сразу дают, или, по-моему, даже при регистрации сразу дают карточку с 5% скидкой. Она потом у вас будет уже в профиле забитая, и то есть у вас всегда будет считаться сразу с 5% скидкой. Отправляют ее при первом же заказе, все отлично, ребятам большое спасибо. Будем обращаться к вам еще. Нашим зрителям хочу сказать спасибо большое вам за просмотры, за поставленные вами лайки. И то есть у нас все больше и больше, подписчиков становится больше, что на канале YouTube, что в группе ВКонтакте. Всем большое спасибо. Ставьте, продолжайте ставить лайки, комментируйте, смотрите нас. Всем всего хорошего, ни хвоста, ни чешуи. Пока!